На основании вышеизложенного хочу от себя лично сказать, попросить прощения, во-первых, у граждан Украины за то, что мы вероломно вступили на территорию вашего государства. Ну, причина была такая, что мы до конца не понимали, куда мы едем, вот, потому что наше руководство не до конца доводило нам информацию. Вот, поэтому нам пришлось быть в неведении практически до самого конца. Вот. Также хочу обратиться к солдатам и сотрудникам армии Российской Федерации и также подразделениям Росгвардии с тем, чтобы сложили оружие и прекратили планомерное уничтожение мирного населения, а также военнослужащих Украины, нашего, по сути, братского государства, вот, и избежали гибели или тяжелого ранения на данной территории, чтобы не страдали ваши семьи дома, ни дети, ни жены, ни отцы с матерями вас не встречали в цинковых гробах.